Эл, посоветуйте аниме новичку. Твое имя. Хорошая попытка, Ягами. Это я пытаюсь найти способ продолжить диалог после твоих ясно-понятно. Может спросить, какая форма макарон его любимая? Я в 10. Блин, вот вырасту и буду покупать себе кучу сладостей. Сладости в 20. Скитлз. Розыгрыш пня. Условия лайк. Я пытаюсь найти годное видео на ютубе. 6-часовой летсплей по калькулятору. Школьная медсестра дает парацетамол. 3 открытых перелома. Прощайте! Мама, выключи суп через 10 минут. Я через 5 часов. Мы отправляемся бомжевать на 3 дня на улицу! Когда ты должен успеть поспать 8 часов? За 3 часа. Звуки моего голодного желудка издаются. Моя бабушка. Кастрюлю супа. Внутривенно. 11-летний я, когда впервые увидел слово «сука» в учебнике по литературе, не могу поверить своим глазам. Охуеть. Только что узнал, что мой коллега сторонник теории плоской земли. Чувак, мы работаем в авиакомпании. Мам, я машину папина поцарапала. Опять? Сейчас вынесу синий маркер. В этот раз нужно, чтобы ты вынесла синюю дверь. В 4 часа утра. Я. Куча вещей на моем стуле. Кажется, ты снова забыл про свои уроки испанского. Что ж, я предупреждал, к чему это может привести. Сработала сигнализация, будьте осторожны. Герой в сериале жует бургер в 2-секундной сцене. Я весь следующий день. Хочу бургер. Пес, мой хозяин пропал, его нет дома уже 2 секунды. 911. Вы пробовали грызть диван? Я поднимаю большой камень. Насекомые под ним. Моя мама. Мой ребенок абсолютно нормальный. Я прячу упаковку от вкусняшки под другой мусор на дно пакета. Я хотел позвонить, чтобы ты услышала голос. Спасибо, голоса, я и так слышу. Я пугаю кота. Кот. Хоррор-игра. Нажмите любую клавишу, чтобы продолжить. Я. Я. Мам, мы с друзьями на чай собрались. Чай. Я случайно пинаю физрука. Волейбольный мяч. Ну что, наигрался в свои видеоигры? Как часто я думаю о еде? Это что, колбаса? Ребята, у нас в классе новичок. Пиздец. Почему он мне не отвечает? Ну и что я должен ответить на хех? Я прошу парикмахера просто подровнять челку. Парикмахер. Я. Только не Слизерин, только не Слизерин. Распределяющая шляпа. Дурка, ебать. Препод. Чё смеешься? Расскажи нам, мы тоже посмеемся. Я. Да так, ничего. В это время в моей голове. Охрана. Ох, поздно. Кто-то кусает мороженое, а потом жует его. Чуваки с чувствительными зубами в радиусе 10 километров. Ты молод, образован, полон идей, жаждешь работать и зарабатывать, но не знаешь, с чего начать. Жаль. Кто-то. Ди Каприо не король мемов. Ди Каприо. О, как мило, он сейчас скажет свое первое слово. Фесус не смешной. Мы с девушкой стоим на кассе. Она каждые 15 секунд. Хочу, мэм дэмс. Сын, ты дебил. Я дочь. Да? Ой, прости, не тебе, это твоему брату. Люди. Искусственный интеллект захватит мир. Искусственный интеллект. Улитка. Сегодня после родительского собрания решим, куда ты поедешь. В Сочи? Или обратно в детдом? Энергетический вампир — это тот человек в компании, который... О, можно твой пауэрбанк? Дима, 12 ночи, блядь, отъебись! Что-то я точно тут пропустил. Ай да Боб, ай да Губкин сын. Когда приехал на дачу, наконец-таки можно снять эту показуху и надеть нормальную обувь. Эта колонка нужна всем детям? Вот настоящая колонка моего детства. Отошел на пару минут, а гречка устроила греческие бои. После того, как девушка закрылась с телефоном парня. Мне кажется, что он что-то от тебя скрывает. Смотрел на этот беспредел в течение всего полета. У смотрящего то ли нервы как канаты, то ли совсем принципов нет. Закончу эту школу, фиг кто заставит мыть полы. Потом еще и жена заставит. Было сложно, но я смог. Вы сломали систему. Тему. С днем рождения, Лера. Когда бухать? Дима, с большой буквы, пожалуйста. Когда бухать? У нас на даче вороны постоянно пиздили мыло, блять. Заебали. Каждый день новый кусок приходилось покупать. Батя раззял и положил мыло в капкан. В итоге эта сука нашла способ активировать капкан и при этом не сдохнуть. И снова спиздила мыло. Короче, купили жидкое. А вы не пробовали убирать мыло? Пробовали, правда, после парочки куда-то, блядь, спрятал мыло, решили оставлять его на прежнем месте и накрывать сверху блюдцем. Но даже это не помогало. Куда ты, блядь, спрятал мыло? Эта ворона кричала! Пап, а ты сильный? А чё ты хочешь, сука? Может, пойдем выйдем? Вчера ехала в маршрутке, перед ней резко перестраивался автомобиль, и маршрутка стукнула его взад. Слова водителя меня просто убили. Он сказал, блин, теперь вся мелочь перемешалась. Респект пацанам, которые отжимаются. 1000 рублей. Нихуя ты богач. 5000 рублей.
Где ты это берешь? Мне бы тоже не помешали. Я въебываю, как ебучий папа Карло без выходных. Бля, я думал, ты мне какое приложение скинешь. Мам, едь домой срочно. Что случилось? Мне нужна помощь. Что случилось? Я порезала язык. То есть как порезала, чем? Ну, я резала торт и слезала крем с ножа. Ну, маленький нож, который я думала, что он тупой. Оказалось, что тупая ты, а? Любимый, я прямо сейчас жарю картошечку полуголой. Выезжаю. Пошалим. Не сожри там все, блин. Когда с поэзией на ты. Осень, падают листы. Мне никто не нужен, кроме ты. Какая мерзость, что это? Это я, пора бы уже привыкнуть, 2 года вместе живем. Внимание! Спасибо за внимание. Не хочешь прийти и попробовать то, что приготовила моя мама? Она приготовила лазанью? Нет, меня. Отлично, потому что я ненавижу лазанью. Ты ведь крыса? Ну да. Скажи что-нибудь на крысином. Нападайте на Шреддера вчетвером. Блять, я тупой, зачем его в воду? Чтобы он попил. Привет. Привет. Мы не знакомы, но я хотел бы это исправить. Ты за? Лупа. Ага, понял. Who are you? I'm Maya. Maya who? Maya ha. Maya ha ha. Шаманский шансон. Нет, блять, колдунский рэп. Секрет успеха прост. Но это секрет. Джейсон Стэтхэм. Еду к тебе. У меня теперь есть парень. Тогда ты ко мне. Ок. Здравствуйте, я хочу купить курточку на девочку. Здравствуйте, на какую? В 8 классе учится. Уточните, пожалуйста. 8-й Б. Спасибо. Чего ты молчишь, не отвечаешь, красавица? Что я должна тебе отвечать? Зачем мне твои арбузы? Нифига себе, иди нахуй. Привет, ты разбираешься в русском языке? Привет, ну вроде да. Тогда смотри, батя наорал на сына, потому что он был пьян. Кто из них двоих был пьян? Он. Она. Наверное, опять о своих бабах думает. Он. Почему ребенок собаки — это щенок, а не собенок?